Всем привет, друзья, с вами Максим Симонов, Майнкрафтер, и мы с вами продолжаем играть в наши русские тачки. Ну что ж, ребята, помните, в прошлой серии вы набрали 1370 просмотров, и я уже забыл, сколько лайков. Сейчас посмотрю, ребят, быстренько, подождите немного. Видео. Сейчас, ребят, мы все посмотрим с вами. Давайте, ребят, в общем, вы прям молодцы, вы прям, это видео вам, наверное, очень сильно зашло, вот я решил его продолжать, такие видео снимать, вот нашел, 1-3 тысячи просмотров, ничего себе, вот, ну вы вообще класс, 38 лайков, да это вообще супер, ребят, вы просто молодцы, вот за это, я не знаю, как вас отблагодарить. Ребят, долго видео не было, потому что у меня АК не был. То есть у меня телефон разбился. Вот, мне его починили, все данные удалены. Вот. Я долго возвращал. А вот этот аккаунт, потому что я не помню, как он называется. Пока это не вспомнил почту этого аккаунта. И пароль сменил. Вот, ребята, я вот извиняюсь за такое долгое, я уже год вообще не снимал видео. Последнее видео, ребят, было про Вест. То есть я помню. Вот, ребят, я на этом телефоне уже много играл. Так что ваш любимый Максим Симонов Майнкрафтер вернулся. Последнее видео было 9 месяцев назад, симулятор Вест 11 серия. Вот что я говорю. Ребят, ну вы просто вообще, вы просто бомба, вы прям молодцы. Да блин, что за дураки эти катаются? В общем, ребят, давайте немного на весточке покатаемся. В общем, ребят, я буду, считайте, каждый день вкладывать видео, стараться. А вы будете меня нагружать своими луйками, надеюсь. Вот. Едем. Плавненько Веста. Вот. Блин. Ай-яй-яй. Эх. Катаемся, ребят, катаемся. Давайте припаркуемся вот здесь. Сделаем высокое качество. Чтобы было все пореалистичней. Припарковали нашу Весту. Поехали, ребят, на нашей прекраснейшей Лада 99. Погнали кататься. Да, ребята, это Лада 9, 99-я, старая машина, русский автопром, немного буду вам рассказывать, вот. Ребята, не забывайте переходить на канал Михаила, 003, я привычно говорить 003, куда ты, дурачок, ребят, дурачок, все, ДТП. На этом мы будем видео заканчивать. Шучу. Всем пофиг, да? Машина врезалась, а всем все равно. Ну ладно. Вон отсюда. Так, едем. Шляпники. Мы шляпники. Так, ребят, едем. Ребят, я создам новое выживание по Майнкрафту. Вы будете просто рады этому. Здесь не будет еще одного ДТП. Ребят, всего можно ездить в городе 70, 80, 60 км в час. Вот. А 90 лучше не нужно, потому что вы попадете, например, там в ДТП. Вот 90 и 80 лучше всего на трассах ездить. Ребят, соблюдайте правила дорожного движения. Умеете кататься. Ребят, я любил стрелочками ездить, теперь я люблю ездить этим колесиком. Стрелочки я уже отвык
А то вот такое вот резкое движение, вот здесь вот плавно мне надо было покататься. Давайте сообщим нашему другу. Типа, я тоже такой. Так, ребят, будем... Ребят, поворачивайте на 30 км в час на поворотах, но чтобы не врезаться никуда. Не заезжаем за белую полосу, за эту пунктирную. Можно заехать только с поворотником на эту пунктирную линию. Вот так вот. Типа мы перестроились. Так, ребят, везде. Так положено. Такие правила. Итак. Давайте парковать нашу Ладу 99-ю. Где бы ее припарковать? Ну, давайте припаркуем вот здесь вот. На аварийке. Вот так вот. Итак, ребята, на какой машине мы с вами отправимся покататься? Ну, давайте поедем на наш прекрасный Лада Самаре. Лада 2108. Лада 2108. По-другому можно ее еще называть восьмерка. Да, Лада восьмерка можно ее называть. Но кто нас любит научно называть, то называйте Лада 2108. К примеру, моя любимая Лада 2108. А можно сказать так, моя любимая машина это восьмерка. Вот, ребят, эта машина немного повыше, но не выше Калины, которую только что мы обогнали. Ребят, видите, как я стараюсь по правилам ездить? Так же в реальной жизни. Если вы заедете вот так вот, к примеру, все, ДТП будет. Сразу. Ну или подумал, какой-то ненормальный водитель. Или он просто не умеет водить. Так, ребят, давайте повернем. Только с поворотниками, ребята. В России, кстати, ребят, действует правило, что нужно только с фарами ездить. Вот. А у нас в игре понарошку действует правило ездить без фар. Классно, да? Вот. Спокойно себе катаемся, никого не трогаем. Можно вот так вот повернуть резко. Можно покататься вокруг. Как хотите, катайтесь. Мне хочется вот так. Ребят, вы, наверное, скучали за этот весь год по мне. Вот. Поехали. Ой, что-то, ребят, жарко. Давайте откроем окошко и повернем влево. Блин, без поворотника. Мы нарушили. Зачем я остановился? Давайте вот так вот сделаем. Ребят, кстати, сейчас я вам покажу одну штучку. Если там меня никто не пилится. Смотрите, ребят, если вам нужно сдавать назад, а так сейчас все делают. Включаем аварийку. И сдаем назад. Сейчас сдаем назад. Вот так вот, к примеру. И поехали дальше. Итак, у нас уже наступает ночь. Давайте включим наши фары. Посигналим немного. И вот так вот завернем резко. Так, где бы нам припарковаться? Давайте припаркуем нашу любимую восьмерочку к нашей любимой весточке. Хоп. Вот, оп, отлично. Это, конечно, не очень-то хорошо мне парковать. Ну, как-то могу припарковать. Вот, две красавицы наши стоят. Ой, так. Ребят, конечно, не знаю, сколько видео идет, потому что... Ну, вы видите, да? Мне не показывают скорость. Уматурман Проскови. Итак, ребят, заходим в нашу красивую приводку. Ребят, давайте я вам покажу ее. Потому что она на цвет прям красота, да? Красота, красотища. Вот. Быстренько, ребят, вам пробегусь. Можно, конечно, номера какие-то сделать. А то какой-то плеер, который не плеер. Итак, включаем фары, типа мы завелись. И поехали своим делам. Ууу, еще мы врежемся. Кстати, ребят, она быстро разгоняется. Быстро. А ну-ка, хопа! Немного вот так вот дрифтанули. И поехали дальше. Ребят, не нарушаем нашу скорость 80 или 70. Вот, ребят, на поворотах я уже тогда быстрый. Все. Давайте, ребят, завернем сюда.
вперед, вот так вот поедем. Лучше, ребят, если вот по такой дороге ездить не 70, как я сейчас, а 50. Или 60, вот. Ну, не 100 и 80, 70. Почему вниз? О! Или, ребят, как я хорошо повернул. Мне так, мне кажется, так все опытные водители также так поворачивают раньше, чтобы не врезаться. Хотя, ребят, некоторые нулевые, кто не умеет вообще водить, они, знаете, как делают? Смотрите, этот ворот. И вообще не смогут. Сейчас, ребят, я вам покажу, просто я уже тут по правилам вбился. Вот! Вот, видите, ребят, они стоят. А мы с вами будем, как в реальной жизни. Я уже стою тут гоню. Уже вот предел уже будет. Ну, здесь нету каких-то знаков, так что, ребят, давайте будем ездить по своему, пока не попадем в аварию и не умрем. Ой, так, едем. Итак. Быстренько, ребят, гоним. Мы с вами уже 100 с лишним. Вот. Оп. Опа-на! Блин. Ну, потому что на всякой скорости. Как ты тут в ворот пишешься? Правильно, никак. Опа. Видели? Машина родилась. Не пойму откуда. Так, 80 предел должен быть здесь у нас уже в городе. Или 70. Давайте будем строчить 70. Я сказал строчить. Не обращайте внимания. Я просто люблю строчить 70. Ой. Завернуть. Ах, ты что все. Мы от правил отказались. Ребята, постараюсь на всех машинках сейчас. О, шляпники. Я свободен. Кипелов. Кипелов, я свободен. Дурачок. Опа-на! Итак, давайте припаркуем, ребят, к 99-й. Прям напротив ее. Хоп! Ой! Ой! Привет! Привет, дружбан! Вот так. Ничего не ровно. Давайте так назад отдадим и вот. Вот так. Как бы поровнее. Оп, все, на аварийке. Паркинг ставим. Выходим, глушимся. И вот наши красавицы. Сколько там у нас уже машин стоит? Мне даже интересно. Так, стоится Нива. На чем мы там еще не катались. Нива у нас там остается. Жигули и Патриот. И все? Да, и все. На трех этих машинах, ребят, мы можем покататься в следующей серии. Наверное, долго уже видео идет. Но я пробую какие-то моменты вырезать, наверное. Что ж, ребят, на этом все. Всем удачи, всем пока, пока.